Дорогие участники 4-го международного конкурса пианистов «Светозарная Казань», дорогие педагоги и родители, благодарю вас всех за участие в нашем конкурсе и поздравляю большинство из вас со званием лауреата. Очень радует тот факт, что конкурс растет, расширяется его репертуарный охват, ширится его география. Но главное, растет уровень выступлений, уровень качества записей, и было прислано множество заявок, которые хотелось бы переслушивать. При этом хочется отметить, что не все внимательно отнеслись к условиям конкурса, а именно представить два разнохарактерных сочинения. Были заявки с исполнением только лишь одной пьесы, и оценки такого выступления снижались. Вместе с тем вижу, что многим участникам полюбился наш конкурс. Эти юные пианисты растут и участвуют уже в следующей возрастной категории. Так что до встречи на Светозарной Казани. Желаю всем творческого роста и успехов. С наступающими праздниками!